Машем, машем. Я думаю, что мы своих фаворитов уже назвать можем. Конечно же, это представительницы Украины. Конечно, сестры. Петрик, да. Number one. И малая, и старшая. Просто респект родителям, что воспитали и вырастили таких профессионалок с такого возраста, знающих и понимающих хорошую музыку. Как эта Масяня маленькая, стоит на этих тоненьких ножичках и поет, да, как, я не знаю, Элла Фиджераль, как Аретта Франклин. Такой голос, глубина. Просто великолепно. Молодцы девочки. И я вижу, у них колоссальное будущее. Кстати, старшая была на Евровидении. Она в твоем же году. Второе место Junior Eurovision. В том же году, когда я тебе второй. В 2008 году. Это тоже знак. Да. Так что в детском. Так что у нее перспектива стать первой на взрослом уровне. Да. И она мне уже сегодня сказала, говорит, я на вас очень надеюсь. Да. Так что, ну, Украина это просто сестра. Ну и, конечно же, я бы еще ответил Малова из Армении, который пел по Спайдермен, Арсуманян, по-моему, фамилия. Очень потрясающий парень. Энергетичный такой, прямо. Ну, молодцы. Вот эта вот тройка у меня. Я вот думаю, что так распределяются места. Малая возьмет первое место в детском районе. Старшая Петрик выиграет, собственно, ну, в своей группе. А малой парнишка из Армении, он может разделит малой. Ну, посмотрим. Ну, я вот за них болею, вот за этих троих болею очень. А вообще потрясающий праздник. И здорово, что он проходит сейчас в Крыму. Все хорошее настроение, все такие красивые, загорелые. Ой, конечно. Мы же, как у меня на майке написано? Я друзьям брать не буду. Мы друзьям брать не буду. Мы говорим честно.